Дважды в месяц депутат Артур Каримов выезжает в зону проведения специальной военной операции. Вместе со своей командой отвозит гуманитарный груз для солдат, стоящих на защите границ России. Служащим везут продукты, средства гигиены, одежду и предметы военного быта. Недавно я отвез более 20 тонн груза, который собрали частично жители, частично предприниматели не только нашего города, но еще всего целого Подмосковья. И мы на большой фуре поехали в сторону Белгорода, в сторону Валуев, Щебекина. Кроме того, Артур Каримов передает помощь через ангелов фронта. Несколько месяцев назад Мария Постольникова и другие жены мужчин, ушедших на фронт, создали общество в поддержку военнослужащих. С тех пор хранительницы очага, переодевшись в камуфляж, преодолевая страх, ездят на приграничные территории. По запросу ребят мы везем стройматериалы, это гвозди, скобы, которые необходимы. Также ребят попросили сухой душ, который изготавливают наши девочки-мастерицы. Ребята это все очень ценят, ждут от нас поддержки. Но самое главное, мы опять повезем детские письма и рисунки. Мария и ее единомышленницы уверяют, письмо и рисунок, изображенный детской рукой, согревает солдат лучше любого теплового прибора. Говорит, многие носят их в нагрудных карманах, а всякий раз, когда особенно трудно, достают, чтобы в очередной раз напомнить себе, ради чего сейчас они так далеко от дома.